Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Представляем новоизбранного президента Республики Западная Армения. Армия обороны успешно выполнила свою миссию по обеспечению защиты и безопасности страны – Баку-Саакян. Пашинян и Болтон обсудили ситуацию в регионе и двусторонние отношения. Курды заняли последний форпост террористов на востоке Сирии. В некоторых районах Западной Армении снизилась угроза землетрясений. Кипрско-греческая церковь на Северном Кипре, оккупированная Турцией, находится под угрозой исчезновения. Специалисты Матенадорана восстановят рукописи, поврежденные на Ближнем Востоке. Профессор, основатель и мастер армянских боевых искусств Ай Джамба. С 1991 по 1997 годы доброволец арцахского движения, соучредитель особых вооруженных сил Арцаха, президент-основатель Национального совета Западной Армении, президент-основатель Армянской ассамблеи Западной Армении в 2005 году. С 2005 года является гражданином Западной Армении. С 2006 года глава делегации Западной Армении в ООН. 2011 года – член-учредитель правительства Западной Армении. С 2013 года – член-учредитель Совета Западной Армении. В 2013 году он был избран депутатом Национального собрания Западной Армении сроком на 5 лет. В 2014 году избран на 5 лет членами Национального собрания Западной Армянской Республики в качестве президента Западной Армении. 24 июня 2016 года как президент Западной Армении ратифицировал Севрский договор. 12 февраля февраля 2017 года президент Западной Армении ратифицировал военную доктрину Западной Армении. 29 октября 2017 года Национальное собрание Республики Западной Армении единогласно выдвинул кандидатуру Арменака Абраамяна на выборах 2018 года. В январе 2019 года Национальным собранием Западной Армении избран на второй пятилетний срок президентом Западной Армении, исследователь, историк, писатель, психолог, основатель государственного телевидения Западной Армении. Президент Арцаха Баку Саакян в Степанакерте 24 января принял участие в заседании Военного совета армии обороны, посвященном обобщению итогов 2018 года и планам на 2019. Как сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Карабаха, в своем выступлении Саакян коснулся работ, проведенных в сфере военного строительства в 2018 году, дал поручение по надлежащему осуществлению предусмотренных в 2019 программ. Президент НКР дал удовлетворительную оценку проведенным в 2018 году работам, подчеркнув, что армия обороны успешно выполнила свою миссию по обеспечению защиты и безопасности страны и народа, неприступности границ государства, внесла важный вклад в дело сохранения стабильности и мира в регионе. Остановившись на планах 2019 года, Саакян отметил, что для их эффективного осуществления требуется ежедневная, кропотливая и скоординированная работа, выразив при этом уверенность в том, что АО, все ее подразделения, как всегда, сделают все возможное для надлежащего выполнения поставленных задач. Государство, в свою очередь, будет постоянно держать в центре особого внимания задачу военного строительства, последовательное повышение обороноспособности наших вооруженных сил, решение социально-бытовых задач военнослужащих, отметил Баку Саакян. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Как сообщает Арменпресс, Пашинян написал об этом на своей странице в Facebook. «Я провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Мы обсудили вопросы, связанные с региональной ситуацией и двусторонними отношениями. И господин Болтон, и я подчеркнули важность армяно-американских отношений для наших правительств. Мы договорились продолжить обсуждение дальнейшего развития наших отношений», – написал он, добавив, что карабахский вопрос не обсуждался. Формирование вооруженной коалиции силы демократической Сирии выбили в среду террористов из их последнего форпоста на восточном берегу Евфрата, который находился в селении Багос-Фаукани. Об этом говорится в переданном агентством Фират заявлении командирования СДС. В нем указывается, что курдским бойцам, которые составляют костяк СДС, удалось также отрезать остатки разгромленных банд террористической группировки «Исламское государство» от границы с Ираком. Отрядам СДС сдались 470 боевиков ИГИЛ, попавших в окружение. Одновременно по гуманитарному коридору в безопасную зону вышли с понедельника 4,9 тысяч мирных жителей. Как подчеркнул курдский командир Ридор Халил, разгром террористов в пограничном секторе Хаджин еще не означает, что ИГИЛ прекратила свое существование. По его словам, банды «Исламского государства» продолжают действовать на территории сирийской пустыни и совершать диверсии в городах.
Карта землетрясения была обновлена впервые за 22 года, в том числе на оккупированных территориях Западной Армении. На новой карте угроза землетрясения в 46 штатах снизилась, в 6 увеличилась. Департамент землетрясений обновил карту землетрясения с 1996 года. Новая карта была официально представлена 1 января 2019 года и основывалась на данных недавних землетрясений, основанных на математических моделях нового поколения. Согласно новой карте, текущая угроза снизилась с 42% до 17%. Согласно исследованиям, угроза землетрясений снизилась в Адане, Бурсе, Тигранакерте, Эскишехире, Айнтапе, Чезаре, Малате, Мугле, Мерсине, Самсуне, Урфе, Ване и других районах Западной Армении. В то время как в Тикердале, Аскарае, Карамане, Ризе, Карине и Трабзоне угроза увеличилась. Сознательная политика уничтожения культурного наследия, проводимая Турцией, продолжается и на Северном Кипре, которая с 1974 года оккупирована Турцией. Древнегреческая церковь здесь наполнена водой. Согласно источнику, эта церковь, расположенная в городе Пашакёй, в районе Газимахуса, Северного Кипра, была заполнена водой из-за проливных дождей, и местные власти не предпринимали никаких действий в течение недели. Вполне вероятно, что историческая церковь будет уничтожена, поскольку некоторые части здания были разрушены по той же причине в прошлом. Специалисты Матанадарана восстановят рукописи, поврежденные в последние годы в Ближнем Востоке. Об этом в беседе с Армен Пресс рассказал директор Матанадарана Ваган Тергевундян. Планируется новая крупная программа, основы которой заложены в 2018 году. В Армению при поддержке ЮНЕСКО приехали 9 реставраторов из Ливана и Сирии. И специалисты Матанадарана организовали недельные курсы повышения квалификации. Наши коллеги были очень довольны результатами, а ЮНЕСКО посчитал эту программу одной из самых удавшихся, отметил он. В последние годы на Ближнем Востоке, в Сирии и Ираке сильно пострадали культурные ценности. По словам Тергевундяна, планируется сделать Матанадаран региональным центром для реставрации рукописей. Рукописи партиями будут привозить в Армению, здесь их восстановят и вернут обратно. Думаю, это возымеет как культурное, так и политическое значение. Вопрос недавно обсуждался на встрече президента Армении Армена Саркисяна и гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле. Ожидаем окончательного утверждения этой программы, сказал он. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Каторма Еркинг, Тигран Мансурян. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!